Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тиилим, 81-й псалом. Ну, очень интересный псалом тем, что в этом псалме написано: Всевышний предупреждает, да не будут у тебя чужого Бога. И очень интересное толкование здесь к псалму есть, что кто этот чужой Бог? Тем более написано, не будет у тебя, то есть пребывающий в человеке. Это его дурные влечения, устремления, какие, над которыми он контроль потерял. И они теперь контролируют его. И вот под властью злого начала человек становится чужим Богу, да? Чужим своему народу, чужим своему себе. И в конце концов, вот это господство чужого Бога, корень всех бед всегда всех людей на земле. Что еще относится к нашему псалму? Написано, что его читают для укрепления веры. И чтобы вот внешние действия какие-то не сбивали человека. Написано от нежных соблазнов. Написано, что это читают, когда испытывают финансовые затруднения, причем именно в том случае, когда то, что называется, терпят нужду и пребывают в отчаянии. В Шемуш Теилим написано, что от идолопоклонства, от тяги к различным там умствованиям и философиям, которые, оказывается, всегда отделяют человека. И, кстати, его читают вместе с 80-м, тогда это действует вот особенно хорошо. Что еще написано? Написано, что чтение этого псалма помогает людям, попавшим в сложную ситуацию. Написано, когда человеку тяжело разобраться, где друзья, где враги, читают этот псалом. И, наконец, последнее, чтобы, когда есть какие-то дурные привычки, у человека, он хочет от них освободиться, то в помощь этому читается этот псалом. Ну вот, пожалуй, все про 81-й псалом. Брахава и ацлаха.